Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в этом видео мы поговорим о бесплатных продуктах, которые можно получить в Германии в виде тестирования или рандомно пробников. Вы заполняете анкету и участвуете, можно так сказать, в каком-то как мини-розыгрыше, и вам приходят пробники на тестирование бесплатно. Это, конечно, делают для того, чтобы вы попробовали определенные продукты и сложили о нем мнение. Нравится он, не нравится, и в следующий раз, если он понравится, как все, это как в виде рекламы, да, выбирайте это, ну, допустим, духи или что. Покажу же, что мы получили за 2 месяца. Последнее видео у нас вышло в марте месяца. Вот эти вот продукты мы получили за 2 месяца. Покажу же, что нам пришло с ценой. А перед этим поддержите нас дружеским лайком, комментарием. Конечно, мы всегда рады отвечать на ваши комментарии. И также, кто не подписан на наш канал, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Все, начинаем обзор. Первым делом я получила, натестировала от Douglas Betty тестер кое-какой продукт. Douglas я получаю уже 2-й раз, и это очень приятно, так как всегда Douglas присылает на тестирование полномасштабные продукты, если вас выбрали в качестве тестирования. Покажу же, что я получила. Немножко расскажу сразу, что я очень довольна этим продуктом. Однозначно я буду пользоваться, сама приобретать это средство в свою постоянную косметичку. Это вот такие вот жидкие румяна от Douglas. Сразу скажу, это просто присылают бесплатно на тестирование, неоплаченная реклама. И просто рассказываю свое мнение об этом продукте. Вот так он выглядит. Вот он. Он стоит около 13 евро, вроде бы, со скидочкой сейчас на сайте Douglas. Я им пользуюсь. Вот такой оттенок. Да, он как бы хорошо растушевывается, я очень им довольна, однозначно буду приобретать еще раз. Могу сказать, что я до этого не пользовалась жидкими румянами, но очень довольна, однозначно лучше растушевывается, более румянец такой нежный, более естественный вид, рекомендую, шикарный. Ну, как всегда, Douglas очень красиво всегда упаковывает, красивую обертку, так как я просто такая идет, как наполнитель, да, и также было это в черной такой обертке с наклеечкой, просто супер. Вот идет тоже то, что это ихнее тестирование. Да, от меня требовалось. Douglas, кстати, много не требует. Они написать отзыв на сайте ихнем. И, конечно, если вы ведете соцсети, у меня там отдельный Инстаграм, именно для тестирования, где я выставляю тестированные продукты и пишу о них свой правдивый отзыв, как я считаю. Так, далее. Меня выбрали вот эта вот площадка тестирования. Тоже она, кстати, очень классные продукты всегда предлагает на тестирование. Вот это вот покажи поближе. Протестировать вот эти вот как гелевые лаки. Это, ну, они сушатся без лампы. Так, это, ну, как цветной лак, да, это закрепляющая 2-я фаза, и это для снятия как бы лака. Нормальный лак, я попробовала, достаточно хорошо держится, но в любом случае это не гелевый лак, когда вы делаете с лампой, как бы как шелак, да, конечно, но на это качество отлично. Тоже протестировала, тоже мне нужно было выставить свои соцсети, и эта площадка всегда хочет, чтобы соцсети выставляли, потому что вы потом будете прикреплять свой отзыв, как бы, когда будете выставлять тестирование на их как бы форму. Да? Так, далее. Далее я тоже участвовала там в кое-каком розыгрыше на корм для котов. У нас котов нету, но у нас есть у друзей коты, из-за этого мы тоже участвуем. И нам, как бы, я не выиграла, и мне в виде бонуса вот пришел вот такой пробник корма для котов. Тоже приятно. Так что пойдет к друзьям этот корм. Далее.
что есть у нас. Я уже не все помню. Это, кстати, я очень люблю тоже площадку для тестирования Home Tester. Супер. Очень классные тоже у них продукты. Вы заполняете на их неофициальном сайте, когда неофициальный сайт у них такая, как, ну да, официальный сайт. Заполняете, почему вы хотите протестировать этот продукт, и потом вам, конечно, также рандомно выбирают, будете ли вы тестировать или нет. Но, в общем, меня выбрали протестировать вот такие вот мужские духи от Calvin Klein. Полноразмерные как бы духи прислали, такие там мужские духи, они, кстати, мне очень нравятся, они такие свежестью пахнут. В магазине он стоит сейчас со скидочкой 70 евро за здесь 100 миллилитров, вроде бы, если я не ошибаюсь, да, 100 миллилитров. Классные, тоже написали отзыв, рекомендую. Прям, ну, конечно, у каждого с как бы по ароматам свое как бы отношение, да, но мне понравился очень, как в виде мужских духов, конечно. Так, дальше здесь тоже идет от Home Test Club, Tester Club, вот такая вот сыворотка L'Oreal, кстати, достаточно неплохая, я была удивлена, вот такой вот она текстуры, очень, кстати, приятная, на аромат хороший, как бюджетный вариант однозначно рекомендую, он хорошо увлажняет кожу, он такой с гиалуроновой кислотой, даже где-то как подтягивает, да, как бы за свои деньги. Достаточно неплохой вариант. Стоит он от 12 до 15 евро в магазинах. Ну, я не знаю, это мини, возможно, мини дешевле. Так, кстати, вот эта вот площадка Home Tester Club очень часто меня выбирают на тестирование. Ну, и мне тоже приходило. Просто как бы я этим более глобально занимаюсь. Вот, далее. Далее немножко откладываю коробки, потому что не все есть уже в коробках, потому что понятно, что мы тестировали эти продукты и как бы что-то выкидывали. А, это Инстаграм, это в Инстаграме я выиграла, это будет, давайте, на закуску. Так, далее тоже Home Tester Club, мне только пришло, я еще не тестировала. Сейчас я этот продукт, еще не снимала о нем, но у меня приходило от вот этой площадки, другой чуть-чуть в голубом цвете, этот флюид, это защитный флюид, но этот, как я поняла, я еще его не тестировала, из-за этого как бы еще не так могу про него рассказать, идет с чуть-чуть с оттенком, вот такой 50+, SPF, как бы тоже он такой достаточно легкий, давайте я открою, посмотрим, как мне посыпалось. Как, да, правильно я думаю или нет? Да, видите, он как идет чуть-чуть оттеночный вариант. Тоже такой легкий, ну как флюидом, да, идет. Да, такой легкий. Ну это защита SPF, как крем. Вот такой вот. Буду тестировать, посмотрю тоже. После недели тестирования напишу подробный отзыв на этой площадке и сниму, может, какой-то мини-видео для своего инстаграма. Кстати, хочу, как всегда, кто, возможно, смотрит это видео в первый раз, но я имею в виду такое видео на нашем канале, да, как всегда, в первом комментарии я напишу ссылки, где мы берем эту всю информацию, это ни в коем случае не реклама, я просто делюсь с вами, напомню, это могут делать каждый, кто находится в Германии, ну, занимает это не настолько много времени, но хочу предупредить сразу, ни в коем случае не подписывайтесь на бесплатные какие-то журналы, это все лохотрон, очень много людей на это попались, так что остерегаю вас от этого, но эти сайты, которые я оставлю ссылочки, они проверены, девочки скидывают ссылки, один сайт, ну, вообще мой самый любимый, он идет украиномовный, так что украиночки, переходите на сайт и рекомендую вам, потому что действительно вы можете получать бесплатно товары просто за ваш отзыв, это супер, я считаю, Германия насчет этого отлично. Далее Инна получила вот такие вот на тестирование, немножко так было, на тестирование вот такие вот от Артамолда витамины. Здесь в капсулах 4 штучки для волос, да? Я просто для волос и для кожи.
для волос и для кожи. И здесь такой идет, как тоже. Но здесь по одному штучке присылают на пробу. Потому что, вот, допустим, я вот попробовала от Артамо, и я понимаю теперь, что мне в основном заходят именно витамины более в жидком варианте, потому что как бы мне от капсулы, от таблеток с ним не очень хорошо. Так что тоже можно на их сайты. Они, кстати, очень часто выпускают то, что можно тестировать. Вот приходит такой пробничек, да, от них. Дальше, дальше, дальше. Давайте по пробникам пройдемся. Так. Это Ине такая пришла малышка. Мне, к сожалению, не пришла. Ну, вот такая вот малышка. Кстати, Ине везет на Армани. Ей как бы не первый раз приходит от Армани. Да, вот такой вот. Блеск, миниатюрка, блеск для губ. Ты просто заполнила. Да, это просто Инна заполнила как бы анкету, подписка была на рассылку и все. Вот такая вот миниатюрка Армани. Ну, приятно. Это очень приятно такие приятности получать. Так, ну и я тоже свою тогда миниатюрку помадки покажу уже, которая мне пришла от Каролины Эреро. Вот такая вот прелесть. У них сейчас новая линеечка. Сейчас вот эти вот как брелочки идут на сумки. И они выпустили также, чтобы познакомиться со своей новой линеечкой, вот такую миниатюрку, да. Тоже здесь миниатюрка духов. Кстати, мне эти духи неплохие, понравились. И посмотрите на эту малышку. Какая прелесть. Вот такой оттенок как раз то, что мне подходит. Отличный. Очень приятная тоже помадка на губы. Супер. Теперь буду пользоваться. Все, не пользовалась для того, чтобы вам снять. Да. Ну, приятно. Так, положу. Далее. Давайте пройдем уже по пробникам. Пробники это то же самое, часто бывает в Инстаграме, вы как бы какие-то бренды выкидывают, да, то, что заполнить анкету, подписаться на рассылку, и вас рандомно, не факт, что вас 100% выберут и пришли к вам пробник, но в рандомном порядке очень часто приходит, так что рекомендую. Вот первое мы получили 3 штуки. Вот это парфюма Нарцисс Родригес. Ну, для меня он немножко сладковатый, но на зиму будет неплохо. Тоже вот такая вот миниатюрка. Мы заполнили на каждого члена семьи, как бы, и пришло вот каждому. Супер. Ну, это не, как для меня, не на лето парфюма, но на холодную пору один пшик будет отлично. Также еще мне пришла вот этот аромат, который мне пришел в пробнике, тоже от Каролины Эреро, две вот таких вот миниатюрки, два разных аромата. Ну вот розовый мне как-то пока получше нравится. То же самое, рандомно. Здесь от Азаро мужской аромат. Сейчас. Вот такой вот. Также от Клоя, здесь вот такая вот тоже миниатюрка аромата, ну, вот пробничек, ай, куда-то укатилась, вот такой вот, да. Ну, Клоя достаточно такой, они такие немножко рисковатые, но тоже на вот, хотя в Германии постоянно дожди, мне кажется, это отличные ароматы для Германии, сейчас открыла, прям запахло. Так, потом от Рабаны, мужской и женский аромат, такой, кстати, неплохой, и мужской нормальный, мне нравится, понравился, и женский тоже. Тоже, это чаще всего от Дугласа, тоже рассылают вот такие ароматы, нравятся. Кстати, я так купила себе аромат, и мне тоже пришел на тестирование от Флора, да, и как бы девочке понравился этот аромат, и на 8 марта приобрели, да, Gucci Flora, получается, и супер, она очень довольна. Вот так вот тоже пришел пробник, а так бы, возможно, не ощутили, потому что даже в Дугласе или где-то в Мюллере ты пшикаешь на руку, и там очень много ароматов, и ты не можешь понять сразу, понравился тебе или нет. А так как пришел пробничек, она несколько раз попробовала, голова от него не болит, супер, и на
в жаркую пору и в холодную, так что отлично. Так, далее Жан-Поль Готье. Тоже идет здесь мужской и женский аромат. Такой вот скандал. Линеечка. Инна подсказывает за камерой. И также второй же такой же, и Инна, и я заполнила, и пришло вот также от Рабана второй. Это по пробничкам все. Это из ароматов. Так, далее давайте вот здесь. Здесь я уже очистила от упаковок, потому что немножко было неудобно. Очень много уже коробок, да, и я кто в одну коробку сложила. Так, первое, это тоже вот эта вот платформа тестирования. Выбрала мне протестировать сыворотку, кстати, от La Roche-Posay. Могу сказать, что понравилась мне эта сыворотка, вот так она выглядит. Уже больше месяца я ее тестирую, она от пигментных пятен. У меня, когда появляется солнышко, появляется вот здесь небольшая пигментация. И я скажу так, она не исчезла на 100%, но заметно посветлела. Она пахнет достаточно мягко, наносится без пленки, без ничего. После того, как нанесли вот эту сыворотку, я наношу крем свой, и отлично, ну, как бы нет никакого, что крем скатывается, нравится. Ну, достаточно понравилась мне эта сыворотка, но довольна ей. Так, стоит такая сыворотка около 30 евро, я смотрела. Ну, бывают скидочки разные. Потом от вот этой вот линеечки тестирования, это я уже все без... Меня выбрали протестировать вот такие вот таблетки, они не таблетки, как капсулу для желудка, чтобы как бы тяжесть желудка снимать, не было никаких резей. Так, ну и тоже от Homo Tester, да, Инна, вроде бы, выбрали меня и Инну протестировать вот этот консилер от L'Oréal Paris. Честно, остались очень довольны. И вообще, скорее всего, я перехожу полностью на жидкую косметику. Настолько хорошо как бы наносится, растушевывается, легкое сияние появляется, нету вот этого сухости, да, как сухости на коже. Также вот этот вот от Douglas румяна тоже, оно настолько впитывается хорошо, поры не забиваются. Короче, я очень довольна, перехожу полностью на косметику жидкую. Но приятно удивил этот L'Oréal Paris, вот именно вот этот консилер. Давайте я покажу. Этот чуть потемнее пришел Ине. Вот такой он, посмотрите, как он хорошо растушевывается, да, это я рукой просто провела. Давай я два сейчас нанесу, сейчас его закрою. И вот у Инны, напомню, 902 номер, у меня 901. Здесь можно разные зоны подсвечивать, как бы что-то на скулы, что-то в районе глаз. Вот, надеюсь, что видно. Ну, плохо видно. Ну, да, потому что на лице переливается, тем более, когда солнышко попадает, ну, вот именно подсвеченные такое места. Классно, мне нравится. Так. И давайте здесь покажу, что же по мелочи нам пришло. Первое, это пришли, это я заполняла тоже на этом сайте, и пришли вот такие вот как масочки. Вот эти три штучки. Еще не пробовала, решила показать вам сначала. Попробуем. Так, далее от L'Oréal Professionnel пришел вот такой вот уход. Кто смотрит наш канал, все знают, что мы пользуемся именно для волос L'Oréal Professionnel, но нам вот мы пользуемся желтой серией, это какая-то новинка вышла, кстати, будет интересно попробовать, может быть, даже больше подойдет, тоже от Douglas, вот такая вот серия, тоже приятно, вот так ты понимаешь, знаете, бывает, возьмешь и тебе не подходит. Так, от Ritual Cosmetic, вообще Ritual Cosmetic, это любовь, да? Пришла вот такой пробничек крема для тела. Тоже сакура.
Ну, я понимаю, что это мне уже нравится. Этот аромат самый классный. И также это в Инстаграме как бы поймала рекламу, и вот такой вот пробничек духов пришел. Духи достаточно хорошие, такие, линейка очень недешевая. От La Roche-Posay пришел вот такую вот сыворотку еще попробовать, немножко другая. Тоже этим я еще ничего не пользовалась. Сначала решила показать вам, что как бы может приходить. И здесь тоже это ниша. Вот такие вот идут духи. Ну, такие они достаточно резкие, но скажу, пахнут очень дорого. Прям такие на вечер, в ресторан куда-то или в театр будет отлично. Скажи, вообще. И буквально сегодня пришел вот такой вот от этой фирмы. Я еще не разбиралась, что это. Здесь идет кремы, вроде бы маски, как я поняла, 5 штучек. Здесь идет инструкция, что это. Ну, понятно, что как бы рассылаю для того, чтобы вы попробовали продукцию. И если вам понравится, будете как бы на постоянной основе приобретать. Так. И так, это все. Ну, я еще покажу, что я все-таки выиграла в Инстаграме, так это как бы блог про нас. И я участвовала в всяких розыгрышах, там обычно это подписка на какую-то страницу в Инстаграме, и там ты можешь ссылки кидать друзей, да, как бы чтобы они тоже играли в эти розыгрыши. В этом я от этой фирмы я выиграла вот таких вот 8 масок, ну, уже остались 4, к сожалению, как бы я уже их использовала, кстати, осталась очень довольна, они достаточно приятно пахнут, делают свой эффект увлажнения, здесь разные запахи, вот, было 8 штук, осталось 4. Так, а здесь это пустая. И также я участвовала, ну, это все, что я участвовала в розыгрышах, да, и я выиграла такую вот приятность. Так вот это выглядит. Здесь идут сережки. Вот такие вот. Кстати, достаточно хорошего качества. И вот они мне и наушки. Я очень довольна. Постоянно их ношу. Кто смотришь наши влоги, возможно, видели их на мне. И такая вот как бы еще одна, как пирсинг, я так понимаю. Это была вот такая вот приятная записочка. Да, как бы тоже приятно. И вот такая вот ручка. Это тоже неплохо. Короче, вот этим я прям тоже такая мимимишность, очень приятно. Цена вроде бы мы смотрели у 20 евро за каждых. Да, 20-25 она подсказывает за каждую сережку. Так что я считаю, это отлично. Также выиграла я вот такую вот, тоже посмотрите, как красиво упаковывают, да. Вот такой вот блеск, это не блеск для губ, это как бальзам для губ, если тем более есть трещинки, классно, они тоже около 10 евро стоят. Вот такой вот бальзам, он такой бесцветный, это для того, чтобы, вернее не бесцветный, а вот такой как мазь идет, да. Это если у вас травмированные губы или есть какие-то, как, знаете, бывает обветренные, супер будет. Я уже пользовалась, нравится мне. Так, и... Далее, тоже я участвовала в розыгрыше и выиграла от Крис Форелл вот такой вот от солнца 30% SPF, защитный, как бы он даже такой крем, да, скажу. Мусиком даже. Отлично наносится, такой приятный, хорошо достаточно пахнет. Стоимость такого защитного крема 30 евро. Я очень этому довольна. Также шла вот такая вот брошюрка с их кремами. Так как они еще здесь мне положили две вот таких вот масочки. Такая маска тоже около 30 евро полномасштабная стоит. Я очень довольна, так как такие достаточно миниатюрки за две, можно сказать, треть баночки, да? Пришло. Ну все, также я еще жду одну посылочку.
очень приятную, возможно, в каких-то из блогов покажу, так как ну, там будет не один товар, и интересно поделиться будет с вами. Я тоже выиграла в Инстаграме. Супер. Покажу, как должно на этой неделе прийти, и я поделюсь с вами, что же мне пришло. Ну все, вот такой вот обзорчик у нас получился. Напомню, что в первом закрепленном я оставлю ссылочки на те каналы, где мы пользуемся, как бы, это я же говорю, не реклама, мы пользуемся сами этими каналами, это проверенные каналы, и вот они скидывают ссылки, тестирование, Медиамарт бывает тестирование, но я еще с сыном никогда ничего не выигрывала на тестирование от Медиамарт, но обязательно выиграю. Все, спасибо за просмотр. Кто не подписан на наш канал, напоминаю, подписывайтесь на наш канал, также ставьте лайки, комментируйте наши видео. Так что, до встречи в комментариях. Всем пока!